Сегодня оценят вашу профпригодность. Все просто. Официальный выбор кинофестиваля в Санденсе 2009. Готово? 3, 2, 1, пуск. Все происходит в этой комнате. Секретная программа МК Ультра. Начало первой фазы. Вводите кандидатов. Никто не знает о существовании этой комнаты. 4 добровольца, которым заплатили по $250. Всем привет. Это эксперимент, который проверяет ограничения человеческой психики. Простой процесс уничтожения. Все готовы? Вперед. По мотивам реальных событий. Нам это сойдет с рук? Они все уже считаются пропавшими без вести, их не найдут. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Какое число чаще всего выбирают американцы при просьбе назвать число от 1 до 30? Но эксперименты по контролю над психикой прекратили 30 лет назад. Нет, нет. И это более эффективный способ? Стой! Послушай, ты понимаешь, что выхода отсюда нет, правда? Нам надо угадать ответ. Скорее всего, 7 подойдет. Если нужно устранить кандидата, делать это нужно быстро. 7. Ответ принят. Определяется следующая жертва. Ник Кэнон. Кли Дюал. Тимоти Хаттон. Хло Севиньи. Тревога. Питер Стормер. Тревога. Ши Уиган. Стреляй. Режиссер Джонатан Липсман. Все выходы заблокированы. Не надо. Пожалуйста. Комната смерти. Не забывай, что у наших врагов есть точно такой же человек, как ты, который делает в точности то же самое. В кинотеатрах в июле.